каждому из нас приятно начинать утро с внимания и улыбок. В ваших силах исполнить маленькую женскую мечту в праздничный день. Вкусное утреннее блюдо будет приятным знаком любви и заботы. Ну а мы поможем вам приготовить идеальный завтрак. Да. Такой да. Предпраздничный, да? Да. Никита, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Такой напор интересный у тебя продуктов. По-моему, прям женский такой. Смотри, клубничка. Почему женский? Мужчины тоже любят клубник. Ягодки, бананчики. Скорее всего, более детский, наверное. Это такой вот у нас такой ягодный десерт получится, наверное, с тостами. Мы будем делать гренки. Okay. А, вот. Гренки? Да, для этого нам понадобятся тосты, соответственно, банан, молоко. Ежевика, клубника, яйца, сливочное масло, молоко, корица и ванильный сахар. Я когда увидел клубнику и там чернику, да, и что-то такое? Ежевика. Ежевику, я меньше всего ждал, что это будут гренки, честно говоря. А вот. Да, потому что для нас гренки это яйцо, молоко, все. Да. Мы любим удивлять. Да. Так, ну что ж, мне понадобится порезать банан. Как? Кружочками? Да. Кружочками. С такими тонкими, ломтиками, да? Не сильно тонкими и не сильно толстыми. Ну, кружочками, короче. Да. Так, так. И клубничку пополам. Вау. Так и хочется слопать эту клубничку, конечно. А я пока займусь... Я дождусь окончания нашего блюда. Тостами. Так. Угу. Тостики начались. Смотри, как я снял корочку банановую. Вау, немножко классный. Молока, угу. Чтобы наши тосты смягчились. Ага. Так, обязательно соли немножко. Угу. Еще чего? Все? Так. Да. И все это дело мы взбиваем. О, банан пошел. Аромат. На банана? Угу. Взбиваем. Ну, пока все классически. Яйцо, молоко, соль. Взбиваем. Это такая пропиточка для гренок. Совершенно верно. Ага. Так. Так, это что у нас? Гренки мы будем нарезать вот так вот. Такими кубиками, полосками. Так, горбушки нам не понадобятся. Убираем, да? Да. Угу. Так, отлично. Я думаю, этого нам хватит. Угу. Так, добавляем масло. На сливочном масле, да? На сливочном масле будем обжаривать. Угу. Сковородочка у нас вот эта, такая так, специальная. Так, рельефная, да. Рельефная, ага, для красоты. Да. Так, ну что с... Масло у нас уже. Маслицем вот так положу прям по сковородочке. Оно смотри, не уходит другой. Ну, потому что там рифленая она. Да. Может быть, ее ножичком так вот. Да, ничего страшного. Все. Растечется, да? Да. И пошло. Да. Все. Пропитанные. Вообще гренки, мне кажется, они сами по себе просто. Обалденно вкусно. Вообще, да. Просто с яйцом, с хлебушком молоком, очень вкусно, ага. Да на сливочном маслице-то. Да, кстати, давно я не делал, напомнили мне. Вот непременно завтра попрошу сделать. Да. Тебе можно? Можно. Нужно? Да. Так. Угу. Какой у них красивый цвет получился, да? Угу, такой. Какой-то ванильный такой. Да, прямо. Желтоватенький, да, как угу. Цыпленок. Он еще по цвету банана, заметил, да, и банан такой цвет. Да, что-то неспроста, а тут с бананами связано. Так, я думаю, можно уже переворачивать. Так. Ага, вот они, полосочки. Вот они, аппетитные. Полосочки появились. Наши. О, да, красивые. Ёлки-палки. О. Отлично. Вот еще вот. Буквально на 30 секунд, да? Да, буквально полминуты, конечно. Да. Так. Ну что ж, я думаю, можно выкладывать. Банан порезал я, пожалуйста. Так, да. Можно передавать уже все это мне. Угу. Вам бананы. Вот вам клубничка. Так, супер. Так, ну что ж. Думаю, что выкладываем это... наши греночки. Отключить, они да? уже готовы, да, совершенно. Можно отключать уже. Тоже такой квадратик. Нас здесь трое, по два кусочка каждому, да? Правильно считал? Какой-то жадный, остальные. Да у нас трое. За кадром есть люди. У нас всех не хватит. Так, а теперь выкладываем просто прямо на горячий тостик. Да.
Банан. Банан. Он как раз, наверное, даст чуть-чуть. Ну, такое сочетание никогда не пробовал я. Банан с вареньками, да? Так. С клубникой. Сейчас попробуем. Да, это действительно, ты знаешь, необычно. Ну, в голову не придет вообще-то так, да, сделать. Да, сочетание такое. Как-то всегда отдельно. Это художественные изыски. Это фантазия. Фантазия. Мастера. Художника. Так. Слушай, а какой-то пошел аромат, как от тортика. Да, кстати, да? Свежей выпечки. Да. Ага. Типа бисквит, да, какой-то? Да. Ну, не знаю, Никита, ну ты, ну что ты с нами делаешь? Это же нарушить даже страшно, да? Красоту. Так, и что у нас остается? Так, и у нас остается все это посыпать корицей. Корицей немножко. Ага. Постараемся сделать это аккуратно. И ванильный сахар. Угу. Именно не сахар, а ванильный сахар. Да, он придаст такой нежный вкус нашим гренкам. Ну, Никит, я с тобой не согласна, что это детский. Это вот накануне 8 марта только можно своей любимой утром. Мне кажется, любой мужчина справится с этой красотой. Мне кажется, лучшего подарка просто утром никто не будет ждать. Да. Ну и к такому замечательному завтраку мы вам предлагаем смотреть веселый материал. Приятного аппетита! Приятного аппетита!